21 ноября. Хочу вам показать свои эксперименты по хурме. Некоторые у меня были высажены с косточек с магазина. Идет как подвой. То есть, что там за сорт, я не в курсе, но как подвой пока что годится. Здесь вот у меня, допустим, привит первесток за год. Вот по весне прививала, за год. Вот так вот он отрос. Дар Софиевки. Вот он здесь снизу я делала. И он, конечно, ого-го, вырос, ну, сантиметров на 80. Сосниска. Вот место прививочки. Вот она идет. Вот такая. Ну, сантиметров 40 есть. Здесь еще у меня первосток. Вот такой. Рогаточка идет. Еще одна сосниска. Вот место прививки. Тоже неплохо вымахала за лето. Еще один первосток. Вот место прививочки. Такой красавец. Микусу. Вот место прививки. Она тоже хорошо, хороший результат показала. Был у меня тут один и промах, не прижилась прививочка. Дичок еще стоит пока что вот зелененький. Это из косточки магазинной. Здесь у меня экспериментальный, но тут уже на виргинском подвое из косточек виргинской хурмы. Дар Софиевки. Это идет у меня в бутылках. Этот. Здесь еще один. Тоже дар Софиевки. Вот. Они у меня идут в бутылках прикопанные. Тоже эксперимент своего рода. Как они будут развиваться и как потом будет все это выкапываться. Здесь тоже на виргинской косточке, как говорится, сосниска. Такое себе нарастила. Также в бутылке микусу. Вот место прививки. Такой пушиндрик. И здесь я оставила с косточки виргинки. Вот 2 года деревцу. Вот так он выглядит. Это у меня будет экспериментальное деревце, на которое я буду прививать всякое разное. Так что вот такие пироги. И для очередного эксперимента я там в предыдущих видео показывала прикорневые отростки от виргинки. Вот у меня тут несколько кустиков. Я с осени пересадила. Посмотрим, как они себя поведут по весне. Тут есть бедные, поломались, пока перевозили. Это отростки за год. Это все вот такие вот кущи вымахали с прикорневых. О, вот такая поросль была красивишная. Так что посмотрим, что будет по весне.